is sleeping, all is peace. And I'm still hanging round in a house that's filled with lights, walking through a midnight wonderland. The wise men keeping watch, now it's midnight, and though it's cold outside. Доброе утро. У меня особая любовь тем дням, когда у меня получается с утра убежать от Евы, так сказать. Ну, точнее, она меня отпускает и не просыпается вместе со мной, а именно дает мне уйти и сама еще досыпает. И тогда у меня, не знаю, 20, 30, 40 минут, иногда получается целый час своего времени. И тогда мне удается уделить себе время, побыть в одиночестве, пописать дневник, помедитировать. В общем, приятные такие моменты с самого утра. И я очень стараюсь отходить от перфекционизма, когда типа все или ничего. Вот раньше у меня был такой подход, что либо я делаю этот мой час, который я назвала часом счастливой мамы, помните, может быть, либо я вообще ничего не делаю. И вот это провальный, конечно, подход, потому что лучше делать хоть чуть-чуть, хоть там 5 минут, например, медитации, но каждый день, нежели целый час разных практик, но это будет редко, потому что я понимаю, что сейчас у меня не получается делать это каждый день точно. В принципе, я уже оставляю часть разминки, немножко йоги на время, когда Ева проснется, и мы вместе с ней это вполне нормально можем делать. Она что-то повторяет, где-то, конечно, отвлекает меня, но это тоже лучше, чем ничего, поэтому вот. Обычно первые часа два после пробуждения я вообще не беру в руки телефон, ничего не проверяю, не смотрю, и желательно не включать вот этот вот свет, который я сейчас включила для того, чтобы снять этот кусочек. Больше всего мне нравится просто зажигать свечи и вот сидеть с таким освещением. Большего, в принципе, мне не нужно, и пока глаза потихоньку привыкают, организм просыпается, без такого, что резко чух, встали, давай двигаться, давай жить, давай бежать куда-то. Мне вообще кажется, что это многим не хватает такого замедления какого-то, потому что мы все куда-то бежим постоянно, все нужно успеть, столько дел. Понятно, что дел меньше не станет, но появится какое-то спокойствие, уйдет тревожность, если немножечко времени в день проводить вот так в тишине, заземляясь и просто находясь в моменте. Прямо сейчас я тоже этим займусь. Не буду терять время, пока Ева спит. Мы с вами на связи. Доброе утро, девочка. Used to be home, passing by those little towns I know so well, stopping for gas and then I'm behind the wheel. Папа бегает. Чё, маленький лохматый домовёнок? Давай ёлочку включим? Ты спишь ещё, да? На ходу немножко. Тут варится овсянка. Один бум на воде. Сюда пойдёт пюре банановое. Кокосовое молоко, правда, оно очень странно выглядит, но оно расслоилось на водичку и на жир. Ну, как бы это нормально должно быть. И как я использую семена льна? Сначала я их перемалываю в кофемолке. И замачиваю в небольшом количестве воды. Буквально пока овсянка варится, немного набухнут. И теперь начинаем замес супер овсянки. Все добавляем в одну кастрюлю. Еще с недавних пор добавляю вот такой урбич. Это тыквенные семечки, просто перемолотые. В общей массе овсянки даже незаметно. А это наше новое приобретение, очень удачное. Сюда Ева поднимается сама по ступенечкам и оказывается на моем уровне, когда я что-то готовлю, режу, и не нужно ее держать руками, и ей интересно. Она в любой момент может слезть сама. We'll be right back.
меня сегодня в планах очень необычный опыт, потому что я сейчас иду на встречу с основателем одного заведения у нас в Екатеринбурге, заведение правильного питания, и впервые я получаю такое предложение вместе разработать меню. То есть такое специальное предложение, буквально несколько блюд, идеи которых подам я, и которые, конечно, готовить буду не я, готовить будет их повар. В общем, сегодня мы будем обсуждать условия, как мы сможем посотрудничать, как можем поработать. Для меня лично это очень классный опыт, потому что вы знаете, что я мечтаю о своем заведении когда-нибудь. Тут, получается, мне не нужно строить заведение, потому что оно уже построено. Нужны только мои идеи, нужны какие-то интересные названия. Например, вот у нас есть мамы фирменный борщ. Мы его действительно сами придумали, то есть там что-то взяли откуда-то, и в итоге у нас получился свой рецепт. И было бы классно поделиться им, так сказать, со всеми, и чтобы его готовили вот для всех. Жду сейчас машину, которая подъезжает, и что-нибудь поснимаю, надеюсь, там. Причем не договариваясь с ними. Ты какое-то что-то придумаешь, мы это потом обсудим вместе с шеф-поваром и с шефом, в каком соглашении. Ну, просто чтобы ты понимала, это в будущее идет ценообразование. Укутанный пирожок. В общем, у нас прошла уже встреча, очень так продуктивненько. Мы наметили векторы развития, если можно так сказать. И, наверное, уже в январе, так в маске странно, разговаривать не видно, говорю я вообще или молчу, уже в январе будем активно запускать. Ева, тебе зубки сейчас будут смотреть. Ева, малыш. Крокодил. Гиги. Вот такая щетка интересная. Ты хочешь залезть туда? Пока-пока, Ева. Пока-пока. Сейчас как закрою, и ты исчезнешь. Ку-ку. Да, тут не надо. Тут может попасть сюда пальчики. Будет больно. Беги к бабушке. Узнать, как чистить, наверное, правильно в этом возрасте, и с какого момента пастой можно начинать чистить. Блин, на секунду, возьмете на ручки, обмывайте, и я иду быстро посмотрю. Ну, давайте попробуем. С первых четырех зубов, вот так, вот это, наверное, ближе к 10-11 месяцев. В общем, мы уже дома. Тьфу-тьфу, все хорошо. Прямо нас похвалили, сказали, что зубки в отличном состоянии. Я обалдела, на самом деле, от того, что у кого-то в полтора года уже... Мяу. У кого-то уже в полтора года есть кариес, у кого-то в год уже есть кариес. Конечно, все зависит еще от того, например, кормят ли часто бутылочкой, например, ночью, потому что ребеночек подкармливается, если, например, смесью, то только из бутылочки. У него во рту ночью с зубами контактирует смесь. Если же ты кормишь грудью, то, извините за такие деликатные темы, сосок мамы, он настолько глубоко заходит, что молоко капает вот через нёбо, чуть ли не прямо не в горло. А, ку-ку, это кукутики. Ева, кукутики, не, мы сейчас не будем смотреть. Давай лучше потанцуем. Заодно приберемся, у нас тут такой бардак за день накопился. Куркуму латте. Мама, чай. Это не чай, это куркума латте. Он такой прямо согревающий напиток, вот прям для зимы, для осени, обалденный. У тебя там домик? Давай еще раз пройди. В домике, где Ева? Это, кстати, футболка с Банжо 207, только сейчас ее постирала. Ку-ку. Пицца! Пицца, пицца! Ну-ка, посмотрим, что за красота. Вау!
ну, не знаю, еще на вкус вау или нет. Но это должна быть пицца маргарита веганского типа. Тут веганский сыр, тесто и томаты, томатная паста. Итак, немного о том, чем я занималась последние 2 часа своей жизни. Вот этим, а именно тем, что я структурировала все анализы, которые я сдавала за последние 2 года, скрепила их по датам. Для чего я вообще это делаю? Чтобы отслеживать тенденцию, что у меня где падает или не падает, и в нужные моменты восполнять, не доводить до дефицитов. Тут, кстати, еще Ева, один листочек принадлежит Еве. Я делаю полный чекап где-то раз в полгода. Ну, что значит полный? Железо, обязательно ферритин, не забывайте про него, потому что в общий анализ крови, клинический анализ крови, железо входит, а ферритин нет. Ферритин очень важный момент, отвечает за именно запасы железа в организме, то есть это такое депо. Ну, короче говоря, важная вещь. Витамин D, витамин B12. Ну, вот здесь, например, не смотрите, здесь я сдавала омега-3, 6, 9, я решила запариться немножко, и однажды у меня, наверное, взяли 20 вот таких колбочек крови, потому что я очень много всего решила за один раз сдать, но, в общем, поняла, что больше такого не надо, в целом у меня все в норме. Очень часто омега-3 мало, то есть там нужно, чтобы правильное было соотношение между омега-3, 6 и 9. 6-9 у нас обычно превалирует, а 3 не достает. Где-то в январе мы будем снова сдавать полный спектр анализов и Денису, и мне, и Еве, и будем отслеживать все. Пока все хорошо, все в норме. Единственное, у меня был во время беременности железо немного снижен. Ну нет, не немного, у меня ого-го, как он был снижен, и сейчас все уже хорошо. Ну и пока мы не приступили к печенью, я хочу напомнить, что в каждом видео я разыгрываю по вот такому пакетищу косметики уходовой и декоративной. И даже вот здесь еще есть кокосовая водичка с личи. И условия, как всегда, подписка на мой канал, подписка на мой инстаграм. И найдите в моем инстаграме вот этот пост и напишите любой комментарий к нему. Ну что, настало время праздничного имбирного печенья. Давайте готовить вместе. И нам потребуется 200 грамм овсяной муки. Можно просто перемолоть овсяные хлопья в кофемолке. 100 грамм пшеничной муки, 100 грамм миндальной муки, стакан сладкого темного изюма, 2 маленьких сладких яблока, большая щепотка соли, пол чайной ложки соды, пол чайной ложки разрыхлителя, 5 столовых ложек кокосового или оливкового масла, 4 столовые ложки сиропа топинамбура и 1 чайную ложку с горкой смеси специй для имбирного печенья. Приступим. Для начала смешиваем все сухие ингредиенты между собой. Затем к этой смеси добавляем масло и начинаем мешать тесто руками. Далее чистим наши сладкие яблочки, мелко режем и отправляем в блендер вместе с изюмом и с сиропом. Вот такая масса должна получиться, и осталось всего ничего. Смешиваем нашу сухую смесь и нашу так называемую начинку. И убираем тесто на час в холодильник. Прекрасный момент. На самом деле на дворе ночь. Я решила снять кусочек приготовления и раскатки теста именно ночью, потому что, во-первых, днем мне не удалось этого сделать. Я планировала снять, на самом деле, этот момент с Евой, но, видимо, ну, ей еще рановато долго быть в кадре, то есть ей все интересно, все быстренько надо трогать, и у нас получился бы полный хаос. Я хотела уютненько посидеть, раскатать печеньки, поэтому Ева сейчас спит, и Денис тоже спит. Но я очень люблю моменты, когда я могу побыть в одиночестве, мне, ну, не то, что этого не хватает, но я всегда очень рада такому времени и пытаюсь его выкроить для себя. А на самом деле дело осталось за малым. Тесто у меня полежало в холоде час, и сейчас оно готово к раскатке. И я взяла вот такие формочки. Вот это очень прикольно. Как и вот это, собственно, человечки. Это 3D формочки. То есть мало того, что ты надавливаешь вот так, ты еще и продавливаешь, на кнопочку нажимаешь. И получаются такие человечки, типа разрисованные. Ну и тут всякие у меня новогодние формочки еще. Для Евы я, конечно же, взяла мяу. Да, я надеюсь, вы меня хорошо слышите. У нас только, знаете, немножечко ASMR. Что-то такое. Когда вот так вот нашептывают все видео. Кстати, можно попробовать тесто на вкус. Потому что здесь нет яиц, например. Вкусно. Я вообще впервые делаю печенье с, так скажем, мокрой начинкой, то есть когда внутри яблоко и изюм. Это очень так сочно получается. Раскатать тесто нужно примерно в толщину 5 миллиметров. Начнем с сердечка. Ну
какие красавчики у меня получились. Сейчас я просто убираю лишнее тесто и прямо на этом пергаменте буду запекать. То есть я просто перенесу пергамент на противень. Отправляем разогретую до 180 градусов в духовку на 10 минут. Ну а что у нас получилось, увидите уже завтра. До скорого!